Сегодня, в Татьянин день, 25 января, Московский городской суд в очередной раз признал законным очередное продление содержания под стражей Владимира Карамурзы. Конечно, полагаем, что никаких оснований для содержания в тюрьме известного российского общественного политического деятеля нет. Он никогда никуда не собирался скрываться. Он уже не может вредить следствию, потому что следственные действия закончились сейчас. Карамурза Володя вместе с адвокатами ознакомились с материалами уголовного дела, так называемая 217-я статья, но, тем не менее, власти России с очевидностью собираются держать его под стражей и дальше. Судья Московского городского суда не поддержала нашу позицию, его адвокатов. Это было прискорбно, но, к сожалению, ожидаемо. А самое главное, что скоро начнется суд по существу. Володя инкриминируется 3 статьи Уголовного кодекса, и рассматривать его дело будет по первой инстанции Московский городской суд. И вот это самая важная составляющая часть процесса.